Приветствую вас, друзья мои! Приветствую мои будущие успешные фрилансеры! Сегодня я хочу провести очень классный прямой эфир, и хочу я его провести вместе с одной из моих учениц. Притом она не просто моя ученица, она не просто прошла мой тренинг, но она еще является и моей помощницей. И она замечательный пример того, как вообще люди должны вести себя на фрилансе, как они должны выходить на фриланс, если они хотят быть успешными фрилансерами. И я хочу задать вот ей несколько вопросов, чтобы она рассказала вам, как она начинала свою фриланс-карьеру, что она делала, какие шаги предпринимала, как мы с ней вообще познакомились. И я хочу, чтобы она это рассказала вам, чтобы вы все это услышали из, так сказать, первых уст. Итак, я сейчас попрошу Маргариту попробовать присоединиться к прямому эфиру, и мы тогда с вами начнем наше волшебное интервью. Маргарит, попробуй там нажать кнопочку или напиши, получается, не получается, потому что я вижу, что ты уже онлайн, ты уже присоединилась. И я жду. Так, Маргарита, все, отправила запрос, ура! Я нажимаю кнопочку «Посмотреть». Получается. Так, мы ждем Маргариту. Ту-ту-ту, все, супер, я вижу, что у нас уже идет подключение. Маргарита, привет! Привет, всем привет! Рада тебя снова видеть, у нас с утра было совещание, но всегда замечательно поговорить, да, с хорошим человеком. Итак, Маргариточка, я хочу задать тебе вопрос, чтобы ты рассказала всем, кто будет смотреть это видео, тем, кто сейчас смотрит это видео и кто будет смотреть его в записи, как ты вообще решила заняться контекстной рекламой? Что тебя сподвигло вообще прийти в эту сферу? Как ты к этому пришла? Ты знаешь, да, я не пришла к контекстной рекламе, да, она пришла ко мне. Ты знаешь, у меня было ровно то же самое. Да. В общем, 3 года назад я очередной раз решила все поменять в своей жизни. Я отправила резюме на собеседование в отдел маркетинга в сети автосалонов. Так. В общем, я успешно прошла эти 100-500 этапов. Подожди, а давай ты расскажи, пожалуйста, из какого ты города вообще, что, где ты живешь? Какой у вас средний уровень зарплаты в офисе, да, чтобы мы понимали, о чем мы говорим? В общем, наверное, многие этот город не знают. То есть это Республика Татарстан, город Нижнекамск. Это промышленный город, чтобы вы знали, у нас тут просто одни заводы. То есть шанс заработать есть только на заводе, и то максимум там для женщины 35 тысяч, 40 там. Это уже, если ты ведущий какой-то, ведущий специалист с инженерским образованием, там все, так, все такое. Вот. То есть у вас и женщины работают на заводах? Конечно. Это прям все туда хотят. Я туда тоже очень хотела. Я туда, вот там я и работала, когда очередной раз решила все поменять и устроиться в сеть автосалонов в отдел маркетинга. В общем, вот я прошла все эти 100-500 собеседований, и в первый же день работы меня озадачили. Рит, все поменялось, завтра едешь в Казань, будешь учиться интернет-маркетингу. У нас уходит специалист, мы теперь хотим своего в штат. Да. Тут же на следующий день я еду в Казань, и мне за неделю буквально, за одну неделю показывают, как быть админом трех сайтов, 3 соцсетей и 6 аккаунтов от Яндекса и Google рекламы. То есть на сети автосалонов ты понимаешь, да, там сколько марок автомобилей, плюс авто с пробегом и еще плюс сервис. То есть у тебя сразу повесили несколько рекламных кампаний, ты как бы не в зуб ногой, вообще не понимаешь, что там, да, что там надо делать. Причем это все за одну неделю, и сайты, и соцсети, и все. То есть человек пришел с завода, чтобы... Так. А сколько тебе платили за эту работу? Так, смотри, первые 3 месяца мне платили 15 тысяч. Так. А там через 3 месяца мне подняли, я стала получать 25. Я была ужасно рада. Шикарный карьерный рост, 25 тысяч. Супер. Так, и так ты начала изучение контекстной рекламы. В общем, через неделю ты поехала на какие-то курсы повышения квалификации, где вас учили контекст. Нет, я просто поехала к предыдущему интернет-маркетологу, который он просто ушел в армию. Сейчас я понимаю, что он был примерно как я. Так, за неделю показала так, ну сюда нажимаешь, все понятно, тут ключи, объявления, все нормально. То есть я не знала, что есть секреты и фишки там. Я
Я поехала к себе в город, стала интернет-маркетологом, ужасно этим гордилась. Так, Ну, хороший старт карьеры. да. Хорошо. И значит, ты начала работать в офисе и вот заниматься контекстной Да. рекламой, то есть нажимать какие-то кнопочки, те кнопочки, которые тебе показали. Ну да, но нет. Я купила сама себе за свои деньги курс индивидуальный обучение. Потому что я уже сижу, Так. я понимаю, что я-то читаю много, смотрю много, я понимаю, что я что-то делаю не так. То есть никто этого не понимает, все нормально, все, молодец, зарплату получаю, но я понимаю, что это что-то тупо. Я просто Так. тупо делала свою работу. Потом я нашла еще один курс, то есть мне уже оплатила это уже организация, то есть я им показала, они мне еще раз оплатили. В общем, вот так потихоньку, потихоньку я проработала там год, пока офис не закрыли. Классика жанра. Тебя тоже закрыли офис, да? Как Да, у у нас меня прям. закрыли офис. Бэк-офис у нас остался только в головной в Казани. То есть он стал заниматься всем. Ты Вот. знаешь, очень сильно напоминает мою историю. У меня было ровно то же самое. Да, Также ко мне да, в один момент пришел начальник, 11 лет назад сказал: Лена, нас надо продвигать в интернете. И Лена пошла учить контекстную рекламу. Да, Вот. потом офис закрыли, и Лена решила остаться на фрилансе. То есть мы с тобой идем примерно по одной сфере. Лена решила, а Рита нет. Меня настолько почему-то так осточертело, то есть я сейчас понимаю, что у меня там было уже потом 12 рекламных аккаунтов, да, и еще 3 сайта, и уже на тот момент 5 социальных сетей. И мне Так. настолько, ну, я этого наелась, объелась, мне прям, я обрадовалась, когда они закрылись, я прям обрадовалась, ой, и увольняться не придется. Ага. Тут опять встал выбор. Когда я увольнялась, наш директор дал мне на ведение одну фирму. У него был знаком в Тюмени интернет-провайдер. Кстати, мы до сих пор с ними работаем. Вот. Так. То есть я им настроила контекстную рекламу, все уже, это я уже все начиталась на тот момент, уже более-менее я уже что-то понимала. Но, в общем, не все так просто. Я решила опять кардинально поменять свою жизнь, и я устроилась в институт работать. Мне показалось, что я хочу работать с людьми. После того, как за компьютером, то есть мне показалось, что мне надо работать с людьми. Так. Ну и все, поработав там, в общем, 3 месяца, у меня уже в голове конкретно поселилась мысль, что за это время, сколько я тут в офисе провожу, я реально могла бы заработать раза в 3 больше, это как минимум, ну, с Как моим ты пришла опытом. эта мысль? Потому что многие люди сидят в офисах, они не понимают, что можно зарабатывать больше. Как вот к тебе, к девушке из Ханты-Мансийского автономного округа пришла мысль в голову, что можно в онлайне зарабатывать больше, чем в офисе? Знаешь, потому что на тот момент я получала 15 тысяч зарплаты, а Так. этот один единственный клиент платил мне практически столько же, но у него была давно настроена компания, я тратила на него максимум 2 часа в неделю, ну там максимум. Так. Я уже понимала, что, блин, я тут почти ничего не делаю, получаю так же, А ведь я получается могу, только же. да, я же могу еще больше их найти таких. Ну, я, конечно, это тоже Я помню, заслуга. что ты вышла на меня именно в тот момент, когда ты уходила из института, да? Вот Да, расскажи, да, как да, ты вообще меня нашла, как ты мне написала и как мы вообще с тобой начали, собственно, общаться. да. Вот, в тот момент, когда у меня эта мысль уже глубоко засела, так глубоко, что я уже спать не могла. То есть мне уже казалось так обидно получать эти 15 тысяч, что все, я купила себе опять индивидуальное обучение. Я нашла в Инстаграме тоже по хэштегам искала, по То есть, всему. а как ты, я так поняла, что ты на самом деле прошла очень много курсов по контексту, да, там, ну, как минимум Да, три. Как ты да, да. их искала? Я искала просто в интернете, когда еще в апельсине, когда я работала, то есть в автосалоне, я искала просто в интернете. Потом активная эра Инстаграма, я начала искать по хэштегам, по названиям, то есть по меткам, там, в IGTV начала искать всякие-всякие видюхи там. Вот, на тот момент я нашла одни курсы, я опять их прошла. Я прошла эти курсы, я, короче, поняла, что я знаю больше, чем они мне сказали на тот момент. Так, а это были какие-то бесплатные курсы или ты за них Нет, платила это был деньги? бесплатно. Я взяла самое дорогое, взяла индивидуальное обучение. То есть я там за 7 уроков буквально заплатила 18 тысяч, там как бы Так. за тысяч, там где-то за час, 1 час урок всего лишь длился. И то есть мне не рассказали ни одну фишку. Мне просто рассказали, как ее настроить. Хотя изначально запрос был то есть, что я уже знаю, мне надо
более То есть повысить свою продвинутый квалификацию, да, повысить свои уровень. знания. Вот. Потом я поняла, что уже, то есть я увидела, что даже те, кто обучает, у них, в принципе, не сильно выше уровень. Я уже поняла, что я даже со своим опытом смогу найти работу. И вот Я со своим начала. опытом уже могу, давайте обучать. Да, оказывается. Окей, хорошо. Значит, мы с тобой ушли с темы, а значит, ты училась, и ты решила уйти из института, да, Да. поменять все это. И как ты вышла на меня? Давай вернемся к Вот. этой Как раз истории. я начала искать по хэштегам. Так. То есть я подписалась на кучу-кучу экспертов, вот потом я нашла тебя по какому-то там хэштегу, может, Google, может быть, Яндекс там. То есть Я такие начала... хэштеги работают, я уже давно их перестала ставить. Нет, Я их кстати, начала да? ставить, как только завела Инстаграм, это было что-то там 1,5 года назад. Нет, Сейчас я нет, уже нет. даже их не ставлю. То есть они работают, надо их Да. ставить. Я начала Так. читать твои посты. Я читаю пост первый, второй, третий. Блин, вернулась назад, начала читать все с самого начала. Ничего Я смотрю, да не понятно. думаю, блин, откуда она все это знает? Меня прям, я опять читаю следующий, меня прям бесит, думаю, да откуда, блин, я же читаю, но я это даже примерно не знаю. Вот я написала тебе, говорю, откуда, где ты учишься, откуда ты все это знаешь? Да я же вроде читаю, я вроде работаю, но я это не знаю до сих пор. Потому что, то есть в итоге я тебе написала один раз, потом я тебе написала второй раз, и вот на третий мы уже с тобой связались. Ну, на самом деле, да, очень такая распространенная проблема, что эксперты многие идут по накатанной, делают то, чему их научили, делают там один, два, три, а как бы шаг влево, шаг вправо, уже все, ничего не знают. Да. А, и в чем проблема большинства курсов? То, что они обучают каким-то азам, а вот каким-то реальным лайфхакам, там, из Да, практики, там, да, какие-то да, сложные настройки, вот этого очень мало, да? Особенно, если там какие-то классные настройки, я просто очень много беру всяких трендов из PPC, из американской контекстной рекламы. И у нас, конечно же, этого всего нет. А, секунду, мне тут кто-то решил позвонить во время прямого эфира. Я помню, что ты мне написала с таким вопросом: Лена, расскажи, пожалуйста, куда идти учиться? И второй был Да. вопрос: Лена, где найти работу, если я хочу уйти на фриланс? Как мне искать работу? Да? Ты мне Да. написала с таким вопросом. И именно тогда так звезды сложились, видимо, это было сведение небес. В общем, именно в тот момент я искала себе помощницу. Это, кстати, вопрос к вопросу о том, как меня часто спрашивают: Елена, а где же фрилансеру искать клиентов, да, долгосрочных клиентов? И я говорила, что один из способов — это как раз-таки подписаться на эксперта и мониторить за теми вакансиями, которые он выкладывает, либо написать ему с каким-то вопросом, да, потому что очень часто даже вот нужны помощники, и, ну, все молча как бы что-то ищут, и никто ничего об этом не говорит. Но довольно крупные эксперты, они, в принципе, обо всем рассказывают и в Инстаграме. И вот в тот момент мне как раз-таки тоже нужна была помощница, потому что у меня с помощницами это была тоже целая история, я поменяла несколько помощниц, никто мне не подходил, потому что, ну, на самом деле уровень, к сожалению, специалистов на российском рынке, он очень слабенький, скажем так, потому что ты, Маргарит, молодец в том, что ты сама пыталась идти что-то учить, ты сама пыталась развиваться, да, повышать уровень своей квалификации, но на самом деле это большая редкость. Очень многие как бы чего-то там научились, да, там каким-то азам, что-то там посмотрели, и на этом уровне, собственно, и остаются, на этом уровне и застревают. Это на самом деле очень грустно, это очень печально. Знаешь, что я хочу сказать? Кто так, пусть они зайдут на Headhunter, да, и посмотрят, какие требования предъявляют уже большие фирмы, да, к этим специалистам. Когда я захожу на Headhunter, у меня просто отчаяние. Я начинаю опять что-то смотреть, я начинаю что-то читать, потому что я понимаю, что уже все давно далеко продвинулось, уже никому не надо вот это вот. Просто посмотрел Конечно, конечно. видео на 30 Маргарита, скажи, у минут. меня сейчас со звуком все нормально, потому что Да. мне пришел входящий звонок, и я теперь звук у Нет, меня... хорошо. Все хорошо, да, потому что я тебя слышу теперь не так громко. Ну окей, да, ну конечно, требования растут, 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 а почему-то эксперты свой уровень знаний не хотят повышать, и это, конечно, очень печально и очень грустно. И вот я поменяла, по-моему, то ли три, то ли четыре помощницы, и мы с ними расставались, там полгода работали, все, мы с ними расставались, потому что это было невозможно
Ты даешь какие-то задачи, они, во-первых, там выполняются неделями, во-вторых, выполняются совершенно не так, как они должны выполняться. В общем, какая-то такая печаль печальная. И вот это был как раз период, когда я в очередной раз рассталась с очередной помощницей, и тут как раз ты мне пишешь, и я говорю: «Маргарита, давай-ка мы с тобой проведем собеседование, да?» И вот мы с тобой собеседование провели, это было сколько уже, 1,5 года назад. Вот, и Маргарита молодец до сих пор в моей команде, за что я ей очень благодарна, потому что замечательный специалист, который очень здорово и классно выполняет все свои задачи. Не без проблем, конечно, но я к этому нормально совершенно отношусь, потому что я прекрасно понимаю, и вы, друзья мои, которые смотрите этот эфир, вы тоже должны прекрасно понимать, что когда вы начинаете работать, когда вы начинаете выходить на фриланс, ошибки неизбежны. Вы в любом случае эти ошибки совершите, и никуда от них вы не денетесь. Вы совершите ошибки в настройке рекламных кампаний, вы совершите ошибки в общении с клиентами. Вы их совершите, и это нормально, потому что люди, они как бы совершают ошибки. Просто ваша задача на этих ошибках учиться. И если вы учитесь на этих ошибках, то все у вас будет прекрасно, и ваша карьера будет только расти вверх, вверх и вверх. Итак, значит, ты мне написала, говоришь: «Елена, хочу уходить на фриланс, устала я от офисной работы, устала работать за 15 тысяч, хочу уходить на фриланс». Мы с тобой провели собеседование, и я беру тебя в свою команду, да, и ты начинаешь работать на меня. И потом я, конечно же, так как ты работаешь в моей команде, я тебе говорю: «Маргарит, а пройди, пожалуйста, мой тренинг». И вот так как ты уже до этого проходила уже три тренинга, да, других Да. Причем я за искала тебя, деньги. я так хотела, чтобы он у тебя был тогда еще, когда я искала. Ты как раз сказала, что у меня пока его нет. Да, я как раз его тогда создавала, этот тренинг. И вот расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях, чем мой тренинг отличается, на твой взгляд, от тех тренингов, которые ты уже проходила? В чем отличие, вот с точки зрения тебя, как специалиста, да, который уже работает с контекстной рекламой, что ты там увидела такого, да, может быть, что-то там есть, либо чего-то не хватает, либо там что-то, в общем, расскажи свои впечатления о тренинге. Ну, смотри, да, самое главное, самое важное, что мне понравилось, это подача. Ты рассказываешь про рекламу, как будто это офигеть, как интересно. Офигеть, как интересно, потому что если Просто вы не порой. любите то дело, которым вы занимаетесь, то вы там не добьетесь успеха. И Да, я просто всегда считаю, порой ты что на самом сидишь деле и контекст, это, думаешь. конечно же, непростая Да. штука, да, это непросто, но очень важно давать ее как максимально простым языком, чтобы Да, понимал вот просто вот любой. да, да. Да, и вот ты сидишь, смотришь, и ты загораешься, думаешь, блин, ага, смотри, как интересно. Оказывается, неинтересно до тех пор, пока ты не до конца понимаешь эту рекламу. Потому что ты сидишь и как робот делаешь фигню, ты думаешь, надо собрать, потом выгрузить сюда и прописать. То есть ты не думаешь, тебе неинтересно, это надоедает сначала. То есть потом ты уже понимаешь, что во всем этом есть смысл. Ты потом смотришь на результаты, прям интересно, даже руки потираешь там иногда от этого удовольствия. Потом мне очень понравилось много-много-много, очень много фишек всяких, которые, ну, люди, кто купит там курсы, да, они это увидят, да, Ну, которые все, кто, да, экономят все, кто просто. войдут в тренинг, они все эти курсы, все, ты имеешь в виду фишки, которые в третьем модуле повышения квалификации, да, когда там уже идут Нет, даже всякие уже на крутые навороты. Даже на этапе настройки всякие фишки там, такие как там скрипты в Excel, да, ты делаешь там, как там правила и эти автоматы, Макросы. которые делают, да, Да-да-да. макросы, там всякие такие фишки, которые, то есть можно делать 4 часа одну вещь, а можно делать за 30 минут. То есть Да, это моя фишка, потому что я считаю, что любую рутину надо делать максимально быстро. И, в общем, я вот этот процесс пытаюсь, процесс настройки масштабных рекламных кампаний, я пытаюсь их как можно больше сократить, потому что понятно, что на рутину никто не хочет тратить там дни, недели и так Да, далее. и Конечно, все тогда, это желательно да. делать максимально быстро. И тогда все становится не таким печальным, когда ты понимаешь, что это можно сделать, оказывается, не за 4 часа, а за 30 минут. Тут в Excel там макрос применил, еще минус 4 часа. Тоже как бы все, жить-то можно. Просто сначала, когда ты не знаешь, ты то тратишь просто нереальное количество времени на вот это все. И просто я посчитала сегодня специально перед эфиром, я проходила 6 платных курсов. 6. Я думала, 3. Ты мне Нет, говорила, 3. 6
6 платных, там одни дорогие, другие дешевые, маленькие, там часовые, там я покупала всякие PDF-файлики, там я надеялась, что там действительно ценная информация там. Это не считай, сколько бесплатных я прошла, А но тебе ну, продают ничего не показали. PDF-файлики? Ну, всякие там, да, купите за там 399 рублей, там Ага, всякие так. подсказки, чек-листы, там вот это все. Это я все покупала. Но я не знала, куда обратиться. Но у нас город маленький, у нас нету таких специалистов. Не с кем поговорить было. Сейчас там все в Инстаграме, то есть можно со всеми связаться, поговорить. Вот. В Да. общем, Я вот как короче. раз-таки именно поэтому в свой тренинг добавляла тоже кучу чек-листов, мануалов, шаблонов, скриптов, вот чтобы можно было прям распечатать, там повесить, и чтобы было максимально просто, вот просто смотришь и все выполняешь по пунктам раз, два, три, четыре, потому что чем прекрасна контекстная реклама, почему я обожаю контекстную рекламу, тем, что ты просто вот взял по мануалу, сделал один, два, три, четыре, и все, и ты запустил классную, эффективную, на профессиональном уровне рекламную кампанию. Что не надо там дергаться и думать, боже, какой там креатив мне зафигачить. Вот я почему, я, видимо, все считают, что я искренне ненавижу таргет, но я искренне его ненавижу, потому что я считаю, что Я таргетированная скажу. реклама – это самое сложное, что может быть в рекламе, в диджитале. Это невозможно, когда реклама вся построена на эмоциях, и ты не знаешь, как вообще эти эмоции вызвать, какой еще, блин, креатив придумать, чтобы зацепить, блин, взгляд этого человека, когда ты пытаешься его зацепить. Это просто что-то невероятное. И именно поэтому я вот обожаю контекст, потому что там с этим не надо мучиться, не надо с этим мудрить. Ты знаешь точно, какие инструменты работают в контексте, какие не работают, и как пошагово настраивать классную рекламную кампанию. И ты не должен быть там эпическим дизайнером там, или эпическим креативщиком. Ты просто должен знать обычные стандартные правила. Вот именно поэтому я почему всегда говорю всем своим зрителям на вебинарах, на встречах, что я считаю, я искренне так считаю, что контекст – это самый простой инструмент для того, чтобы дать результат клиенту максимально быстро. Ну, потому что там, ну, все просто, один, два, три, все, ты настроил классную рекламную кампанию. В отличие там от других, да, от других рекламных Да, платформ. я знаю, я Таргету тоже училась ВКонтакте. То есть Так. у меня даже был один клиент. Да. Но что-то я даже не захотела дальше развиваться в этом. Просто вообще прям не мое это было вообще. Я Не, очень, да, и, к классная сожалению, штука, очень вообще часто с этим классная. сталкиваюсь, когда девочки идут учиться на таргетологов, а потом, когда сталкиваются с этой реальностью, что, блин, ну все не так-то просто на самом деле, что они там с горящим и пылающим взглядом, сейчас я первому клиенту сделаю 100-500 продаж, а когда по факту получается, и как Да. бы ты такой сидишь, блин, и что такое, и как бы, а что дальше-то куда непонятно, и это, конечно, очень грустно. Потому что очень много вот этой рекламы, нацеленной на подростков, да, что все так легко, все так классно, все так кайфово, а на самом деле реклама-то, ну, это все не так просто и кайфово, как кажется. Это да. Вот, и именно поэтому контекст, ну, конечно, в этом плане гораздо проще, потому что там все построено на логике, а не на эмоциях. И именно поэтому я так люблю, искренне люблю контекст. Ну, А смотри, расскажи, да, третье пожалуйста, я не вот ты сейчас уже сказала. на фрилансе работаешь сколько? 1,5 года, да, получается? Ну, что-то вот в районе. Примерно. Как тебе работается на фрилансе? Хочется ли тебе вернуться обратно в офис? Вот какие там Лучше, да. впечатления от фриланса? Мне даже иногда снятся страшные сны, что я снова встаю в 5:30, да, и сажусь на вахту. А перед этим я вся злая, полуору на ребенка и веду его в садик, потому что я хочу, блин, спать, и мне надо успеть еще там на вахту. Я просто иногда мне кажется, а вдруг меня жизнь заставит выйти в офис? Мне кажется, я не знаю, как я это Но сделаю. фриланс прекрасен тем, что тебя жизнь не заставит выходить в офис, там как бы клиенты есть всегда. Да, но иногда ты Это в думаешь, а офисе вдруг? жизнь может заставить тебя уйти из офиса, да? А фриланс тем и прекрасен, что там ничего тебя не заставит. Ну, да. Ну, я надеюсь, да, то есть я еще пока начинающий же фрилансер.
То есть у меня сейчас Ну, только... начинающий, ты уже продолжающий, скажем так, потому что Ну да. начинающий это все-таки, ну, полгода это начинающий. Когда ты там уже сидишь совершенно уверенно, попой на стуле полтора года на фрилансе, то уже можно сказать, что ты продолжающий Я фрилансер, а не просто начинаю, до сих пор начинающий. не верю. Ну, Иногда. и тем более, да, видишь, как еще замечательно, вся эта пандемия, коронавирус, ты там еще больше укоренилась в этом фрилансе, Да, я просто да? уже вросла в стул. Ну, это проблема фрилансеров, что, к сожалению, да, можно врасти в стул, потому что действительно сидишь целыми днями, иногда бывают дни, когда вообще никуда выходить не нужно, и ты такой, типа, мне никуда не надо. Ну, разве что за ребенком в садик сходить, да, и то как бы мужа можно отправить, и можно О, вообще никуда не выходить, в принципе. Это, кстати, да. большая опасность, и я даже в своем тренинге, кстати, вот я не зря, я в своем тренинге добавляла специальный урок, как фрилансеру не врасти в стул, потому что когда ты начинаешь зарабатывать, там, например, сначала 10 тысяч, да, потом там 20, 30, 40, 50, 60, и ты дальше полетел в космос, и ты такой понимаешь, блин, а я же могу до хрена зарабатывать, и у тебя включается вот этот вот драйв, вот этот вот кайф, потому что ты можешь зарабатывать до хрена, и вот это большая опасность, потому что в этот момент ты можешь просто работать по 15 часов, не видя жизни, в принципе. У меня был такой период, я 2 года херачила как не в себя. Я тогда чуть не сдохла, я скажу честно. Я когда прошла этот период, я просто поняла, что надо своим ученикам сразу говорить, что этот период возможен, и что лучше до него никогда не доводить, и надо из него выходить всегда плавно, потому что деньги, это, конечно, круто, там денег много, это классно, но все-таки надо не забывать, что мы их живем, да, и мы должны получать удовольствие от жизни. И я Да. прям там учу, что, друзья мои, есть такое правило замедления. Я, кстати, вот о нем говорила на выходных. Несмотря на то, сколько у вас проектов, сколько у вас работы, сколько у вас всего там на вас навалилось, выходные — это ваши дни, когда вы занимаетесь только своими задачами, только своими делами, и тратите это время только на себя. Или там на свою семью. То есть я вот это правило для себя совершенно четко выработала, и я теперь вот от него последние 2 года я не отхожу. Но я скажу честно, я признаюсь, что было время, когда я работала и по выходным, когда я работала по ночам, меня не видели ни, короче, ни муж, ни дочка, никто меня не видел. Мы, кстати, развелись тогда. Но сейчас мы снова вместе. В общем, это замечательная, прекрасная история. Ну, о том, что, короче, я свои ошибки, да, я учусь на своих ошибках, но я не хочу, чтобы мои ученики на моих ошибках учились. И именно поэтому я и этому в том числе учу на своем тренинге, что никогда нельзя выгорать, никогда нельзя работать как оглашенный. То есть надо все-таки держать баланс между работой и жизнью, потому что бабки — это круто, но еще надо эти бабки на себя тратить, на себя любимую, на своих родителей, на своих детей, на своих родственников и так далее. А скажи, пожалуйста, что тебе говорят твои подружки, когда ты им рассказываешь про то, что ты сидишь, работаешь на фрилансе? Ой, да кто чё? Кто-то говорит, я не хочу. Ну, то есть есть люди, которые говорят, я не хочу. То есть я хочу общаться, я хочу пить чай с кем-то. То есть это все-таки, кстати, Ты это знаешь, ты контекстная прям реклама. сливаешь один в один. У меня тоже есть подружка, которая мне все время жалуется: «Лена, нам так мало платят, всего там 30 тысяч. Если найдешь работу за 50, то считай, что классно устроился». И вот она мне каждый раз, мы встречаемся, она каждый раз мне это рассказывает. Но когда я ей рассказала, говорю: «Слушай, ну вот, Оль, там надо вот раз, два, три, вот по шагам, пожалуйста, все, выходи. На фриланс там зарабатывай больше». А она, значит, посмотрела все уроки. Но я прям как сейчас помню ее фразу. Когда дошло до урока поиск клиентов, я прям как сейчас помню эту фразу. Сказала: «Ну все, приплыли». То есть как бы ты что, ну типа фрилансовые клиенты такие с неба падают, а он такой сидит на диване, курит и такой: «Ну давай, иди ко мне, клиент, иди давай». Ну то есть надо же понимать, да, все-таки, что когда ты Самое фрилансер, ты сложное. клиентов должен искать сам, да, надо понимать это, принимать это, и надо совершать активные действия для этого, да. Ну, надо уметь общаться с клиентами, и это тоже, этому всему тоже я учу. Ну Но да, кстати, есть вот вот такое, вот отличие как твоего раз-таки есть курса. люди, такая категория людей, которые считают, что все должно падать с неба, да, и ты ничего при этом не должен делать. Вот, к сожалению, такие как раз-таки, они вот именно боятся что-либо менять в своей жизни, и вот такие люди на фриланс никогда не выйдут. Это вот есть такая категория людей. И когда я потом задала вопрос, говорю: «Оль,
А почему вот ты все-таки не вышла-то на фриланс? Я же тебе дала вот всю информацию. Почему? Она мне сказала: Лен, ты знаешь, я очень люблю общение. Я очень люблю пить чай на кухне с коллегами. Я такая про себя подумала: ну окей, ну если чай, это как бы круче, чем там зарабатывать 100 тысяч, ну хорошо, каждому свое, да? Потому что сильно на фриланс никто никогда не выйдет. На фриланс надо хотеть выйти и зарабатывать эти деньги, надо хотеть. А если ты не хочешь, ну тогда чай, как бы это основное, да, что тебя привлекает в работе. Это вишенка что на тебе девчонки твои говорят? Нет, а многие говорили, блин, научи так же. Ну, просто я очень часто сталкивалась, научи так же. Я говорю, Лан, ты пока, вот я тебе две ссылки скину, да, ты пока почитай, потом дальше будем. То есть ты же даже не знаешь, ты говоришь, научи так же, ты почитай пока про Яндекс.Директ, про Google, просто пока прочитай. То есть я скидывала эти ссылки, они говорили, а что еще, читать надо? Как бы... Отлично. То есть я говорю, вы еще даже до сути не дошли, ну просто почитай, что это такое. Ну то есть и в итоге ни одна как бы не захотела учиться. Я и скидывала уже и курсы, и все, то есть, ну, это Но вообще это тяжело, это подтверждает очень правило, да, тяжело подтверждает, к вывести. сожалению, правило, что очень многие люди хотят, да, хотят, но совершать активных действий для того, чтобы достичь своего желания, к сожалению, мало кто способен делать реальные активные действия, чтобы достичь этого результата, да. То есть все мечтают, ой, как было бы здорово работать на берегу моря, ой, как было бы здорово работать дома. А когда доходит до реальных действий, что ну вот, на тебе инструменты, вот, пожалуйста, выучи то-то, то-то, пожалуйста, работай. И тогда сразу все такие садят, то нет, лучше я пойду заниматься тем, чем я привык заниматься, делать то, что я привык делать, да, пусть мне дяденька, добрый дяденька, начальник даст мне работу, а я буду сидеть за 20 тысяч эту работу делать, да, потому что когда, к сожалению, от человека требуются активные действия, очень многие, оказывается, что они не хотят, да, они просто говорят, что хотят, а по факту они не готовы никакие действия совершать для того, чтобы выйти, да, чтобы получить свою жизнь мечты. Но, к сожалению, это реальность. Вот, и я это вижу по своим тоже тренингам, по своим вебинарам, то, что куча людей регистрируется, куча людей, вау, там все, мы бежим на фриланс-реалити, 1500 регистраций, все такие с шашкой наголо, а потом приходишь на вебинар, 100 человек, здравствуйте, а где все остальные, да, то есть все так хотят прям сильно, да, все очень хотят, но никто ничего не делает для этого. Да. К сожалению, да, это реальность, и никуда от этого реальности не деться, но это говорит о том, что вот те, кто реально выходит на фриланс, это такая команда единомышленников, которые это реально такие активные люди, которые отвечают за свою жизнь, да, и делают все, чтобы эту жизнь делать лучше. Это очень круто, это очень здорово, и очень здорово поэтому общаться с коллегами, да, меняться опытом, это всегда очень классно. Маргарита, скажи, пожалуйста, вот по твоим ощущениям, да, вот ты как бы на фрилансе уже там полтора года, контекстом ты там занимаешься уже сколько там, года три, да, сколько у тебя тотал, сколько всего ты занимаешься? Четвертый год пошел. Четвертый год. А вот по твоим ощущениям, как ты считаешь, насколько тяжело сейчас новичкам выходить на фриланс? Вот было ли тебе тяжело? Вот как ты вот этот вот период у тебя прошел, да, выхода на фриланс? А было ли тебе тяжело там искать клиентов? Было ли тебе тяжело там получать новые знания? То есть вот насколько ты считаешь, вот именно сейчас, вот если вот нас будут смотреть девчонки, которые вот начинают вообще с нуля, да, они ничего не понимают про фриланс, они вообще ничего не знают, но они очень хотят. Вот как ты считаешь, насколько сложно вообще вся эта история, насколько сложно выйти на фриланс? Мне кажется, сейчас, наоборот, легче выйти на фриланс, потому что сейчас все работодатели действительно знают, что есть удаленные работники, что есть фрилансеры, что они реально работают, и порой даже больше, чем те, кто сидят в офисе. То есть они знают, что фрилансеры и удаленщики, они работают на результаты. То есть они уже более толерантны, они доверяют. Сейчас легче. Раньше к этому очень не доверяли этим людям. Вообще тяжелее было. Фрилансерам. Плюс сейчас курсы есть. То есть, мне кажется, просто надо найти хороший курс, пройти его,
И для таких, например, как я, для несмелых, для начала, то есть как бы даже когда я искала работу после автосалона, то есть у меня было три предложения от агентств, как бы. Но я уже говорю, мне почему-то все это надоело резко, я решила в тот момент это поменять. Ну, то есть в агентство берут, то есть даже с самым начальным опытом, они говорят, покажите хотя бы одну настроенную рекламную кампанию, причем Да. их интересовал только Яндекс, даже Google, в принципе, никто не смотрел. То есть и в агентство берут людей. И, допустим, если очень сильный страх искать клиентов, то можно пойти в агентство пока что. Посмотреть, как они работают, как они общаются. Все равно ты это видишь, ты будешь видеть, как они это делают. Ты, по крайней мере, будешь слышать, что они делают, как делают. То есть можно подглядеть, подсмотреть и дальше уже уходить. То есть это Да, кстати, для интересно, да, то, несмелых что я всегда не... тоже говорю, вот у меня спрашивают, как новичку вообще уйти на фриланс, и я всегда говорю, что самое простое, даже если у тебя нет ни опыта, ни кейсов, Да. вообще ничего, идешь в рекламное агентство, Да. просто проходишь тренинг какой-нибудь, проходишь курс, и тебя отрывают с руками и ногами, и ты там за 3 месяца с руками и ногами, и ты буквально за 3 месяца получаешь очень много практики, очень много кейсов, и дальше можешь, пожалуйста, идти в свободное плавание. А рекламные агентства, действительно, они очень активно берут стажеров, берут Да, новичков, вообще и берут даже не прям. смотрят, да, какой у тебя там опыт, что ты там умеешь, а им это вообще без разницы. Причем платят они как бы мало, но в таких городах, например, как у меня, ну, как бы все так получают. То есть Ну, в среднем агентство, 20 тысяч, да, они да, платят. 15-20 тысяч они платят, но в основном очень многие за эти же 15-20 и работают. То есть почему бы В и нет? офисе, да, с 9 до 6, либо на заводе. Да, еще на завод как бы ты едешь час только, ну, там, Ага. вот это все, то есть люди не успевают ни в садик, там, никуда, все это бегом, бегом, то есть примерно так же платят и в агентстве. То есть можно... То Это есть, не вот для выйти в агентства. агентство, работать, если ты новичок, это вообще как бы расплюнуть. Да. Ну, то есть я им показала тупо одну компанию и отправила кучу-кучу резюме, такое эмоциональное там. То есть я хочу, я прям умираю, хочу работать в агентстве, там, туда-сюда. То есть мне пришло 3 отклика, это просто за неделю. А Причем через те что? Где ты уже... отправляла? Через какой сайт? Headhunter. Через HeadHunter, да? Да, то есть там они искали уже не фрилансера, а прям удаленного работника. Это был на целый день. Мне было удобно, там очень много московских, и у нас тоже московское время. Мне было удобно. Там с 9 То есть до это 6. удаленная работа, да? Да. То есть у них был прям целый день рабочий тоже. То есть долго не продержишься, но для опыта хватит. Для начала, да, чтобы Да. наработать опыт, Да. наработать кейсы, да, это очень классный вариант. А когда новичку, да, когда новичку страшно, особенно общаться с клиентами, это самый основной страх общения с клиентами, Это самый то огромный это, да, страх. самый лучший вариант. Это Что? самый огромный страх. То есть я говорю, вот отличие, то есть твоих курсов. То есть первый раз на твоем тренинге я увидела, что человек говорит про то, как общаться с клиентом. То есть, в принципе, все как говорили. Вот вы настроили рекламную кампанию, все, вы вообще молодцы. А то сейчас я Да, понимаю, ты а можешь дальше что? быть, да, А ты можешь быть хоть каким молодцом, если ты берешь трубку и ты просто боишься, блин, ты просто думаешь, что ты ничего не знаешь, ты боишься. Это все, весь твой опыт вообще никому не нужен сразу. То есть ты Ну, можешь конечно, вообще конечно. на 50% только быть этим экспертом, много чего не знать, но ты можешь в процессе, ты можешь сказать, да, сделаю, ты можешь почитать, быстрее узнать, ты можешь там же спросить, да, на той же бирже фриланс можно попросить консультацию, да? То есть, но про это никто не говорил, никогда. Все говорили, только настрой, и все, и деньги потекут рекой. Вот это вот меня бесит на самом деле в наших тренингах, ну вот в наше время, да, что вот я прям даже запомнила эту фразу, я просто подписана на многие тренинги, я получаю рассылку, и там пишут: наши чаты ломятся от количества клиентов, прям бегом, бежите, бегите на наши курсы, и все, прям все, от клиентов отбоя не будет. Меня это выбешивает дико, потому что надо понимать, да, что успех на фрилансе – это только на 30% умение, там, например, что-то сделать, настроить Да. рекламную кампанию, а на 70% это умение пообщаться с клиентом, умение показать себя, умение выделиться из толпы фрилансеров. Это 70% успеха. И Да. если этому не обучаться, если этот навык не получать,
то ты на фрилансе, к сожалению, успешным никак не будешь. И это очень важно доносить до людей, важно это понимать, потому что просто пойти и получить навык, это как бы ничего. Очень важно этим навыком уметь пользоваться, да, и показать клиенту, кто ты, что ты, выделиться из этой толпы. Вот ты заходишь на тот же fail.ru, ты просто видишь там, то есть за день минимум 7-10 проектов появляется, да, там по контекстной рекламе, то есть не по каким-то, если кто-то еще что-то умеет, еще больше там. Ты просто смотришь, там вакансия появилась 3 часа назад, 62 отклика. Да, это просто ты сидишь и думаешь, а что написать, то есть, и вот если тебе об этом никто никогда не говорил, придется очень-очень долго походить, очень долго, еще не факт, что, то есть очень быстро же разочаровываешься, и ты как бы думаешь, что, ай, все такие крутые, но не я, как бы, я не буду даже участвовать там, то есть куда мне, то есть вот это вот Самый на главный страх каком вот этой большой уровне. конкуренции эпической, да, что куда мне, я же новичок, что мне там Да. делать. А на самом деле, да, когда ты рассказываешь, что из этих 60 отзывов 52 это шаблоны, на которые ни один рекламодатель, да, ни один заказчик даже не реагирует. И если вы напишете человеческий, нормальный, адекватный отклик, вероятность получить заказ, она просто, ну, невероятная. Там, ну, процентов 30 конверсии у вас точно будет. То есть, если вы грамотно, правильно строите свои ответы, общаетесь с клиентами, то вы клиента, ну, как минимум трех клиентов в месяц вы точно себе найдете, когда вы только новичок, когда вы только начинаете. Потом, чем ваш опыт больше, тем, собственно, и проще вам этих клиентов искать. А если вы грамотно с ними общаетесь, то потом на бирже фриланса сидеть вообще не надо. Все к вам приходят по сарафанному радио. Но Кстати, очень важно это доносить до людей, чтобы они это понимали, да, что просто мало пойти и выучить какой-то навык. Важно еще грамотно с людьми поговорить, с клиентом поговорить, важно грамотно ответить на проект, чтобы тебя заметили. Если ты этого не умеешь, то, конечно, ты придешь на биржу фриланса, напишешь какую-нибудь фигню, никакого ответа не получишь и будешь думать, ой, на фрилансе гигантская конкуренция, пойду-ка я обратно в офис за 30 тысяч. все такие эксперты, они все знают, а я ничего. Да. К сожалению, это, да, частое заблуждение, хотя это ничего не имеет с правдой, а даже близко, да, потому что на фрилансе на самом деле, да, конечно, там есть эксперты, но там больше всего сидит рекламных агентств, которые строчат эти самые шаблонные ответы, и ни один заказчик на эти ответы даже не реагирует. А если вы пришли туда грамотно, правильно написали свой ответ, сделали правильное предложение, то вы с большой вероятностью этот проект получите, и не надо этого бояться. А скажи, а вот ты своих индивидуальных клиентов ты на фрилансе искал, на ifl.ru? Нет, в итоге от Тюмени и пошло. То есть мне как бы много и клиентов у меня и времени нет, так и с тобой работаю. Да, но опять же, то есть я ни одного клиента не взяла в итоге на фрилансе. То есть мне все от этого интернет-провайдера, от автосалона, и так пошло. Вот так То есть пошло. по Ну, сарафанному радио к кто-то тебе все приходят, да? где-то, да, кто-то услышал, где-то услышал. То есть даже один клиент, это родственник у меня есть. То есть То есть тоже главное отличный. начать, да, получить своего первого клиента, сделать ему классную работу, да, и он уже дальше начинает о тебе всем рассказывать. Да. Причем Да, то самый есть ничего неожиданный сложного момент. на самом деле нет. Главное хорошо, грамотно, правильно, да, выполнять свою работу и грамотно с этими людьми общаться. Да. Вот это то, Они просто. чему я всегда учу. Да. Кстати, вот я тебе хотела задать вопрос. Вот ты же проходила мой модуль про фриланс, про выход на фриланс. Да. Вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот если новичок с полного нуля пройдет этот модуль, реально ли ему, пройдя этот модуль, пойти на фриланс и получить клиента? Нет, вообще реально. Просто Нет для начала. или Вообще, вообще вообще реально? реально. Просто для начала не надо будет замахиваться на такие там крупные интернет-магазин, там надо будет выбрать, там, у кого одна услуга, там грузоперевозки. Все, ну Да, что-то, да. ну все, Вообще новичкам грузоперевозки. никогда нельзя Да. замахиваться на крупные интернет-магазины, потому что даже профессионалы, там команда Да. должна работать, Там и один человек, команда конечно, должна не быть, да. справится. А вот простые заказы на Эйфель, да, где там Реально. нужен какой-то одна услуга, либо там какая-то линейка небольшая товаров. Да, тем более многие работодатели сейчас знают, что новички-то они самые как раз старательные. Но также, то есть они так сильно
как бы хотят, они только-только свежие, они хотят сделать идеально. И наоборот, их берут. Они же с ними общаются, они видят, что человек еще пока скромный. То есть Замечала ли ты человек... такое мнение, что типа у фрилансера должна быть куча отзывов, чтобы получить заказ? Да, но у меня нет ни одного на бирже. То есть как бы у меня есть Печаль, да? работа, у меня все есть, но у меня нет ни одного отзыва на бирже. У меня тоже, у меня 6 отзывов, у меня просто тут одни активные мальчики заходили, искали, значит, мои биржи фриланса, зарубежные, Да, я российские, и мне доказывали в Инстаграме, какой же вы гуру по фрилансу, у вас всего 6 отзывов, у меня 100-500 отзывов, и то я не считаю себя гуру. И мне всегда это очень смешно, потому что, когда ты работаешь по модели успешного фриланса, да, который я всегда обучаю своих учеников, тебе не нужны 100-500 миллионов клиентов, чтобы быть успешным и зарабатывать большие деньги. По факту тебе достаточно 5 долгосрочных клиентов, да, которые будут довольны твоей работой, и они к тебе потом приводят своих друзей, знакомых, партнеров. То есть к тебе уже клиенты приходят по сарафанному радио. И тебе не нужно сидеть на бирже фриланса, выискивать там эту кучу одноразовых заказов, да, то есть ты должен ориентироваться на долгосрочные заказы хорошими крупными клиентами. Ну, крупными они будут, когда у вас уже будет опыт, да, а когда вы новичок, вы будете, конечно, начинать с небольших заказов, но тоже вы должны ориентироваться на долгосрочное сотрудничество. И когда вы по этой модели работаете, то вы гораздо быстрее выйдете на хорошую прибыль на фрилансе. И об этом важно всегда помнить. Вот мой первый клиент, он вот до сих пор со мной. Вот этот Да, мой, кстати, интернет-дизайнер. тоже. 11 лет, да, это ребята из Дубая. Вот, ты, кстати, сегодня по ним там тоже делала рекламные кампании. Вот это, пожалуйста, мой клиент, с которым мы работаем уже очень-очень-очень много лет. А вот скажи, пожалуйста, Маргарит, рада ли ты, что в свое время ты ушла из офиса? Конечно. Как ты говоришь, да, когда ты говорила, что утром я встаю с чашечкой кофе и смотрю в окно, это, блин, это так. То есть я встаю и смотрю, я понимаю, что да, я встала, но я отведу сейчас в садик. Спокойненько, я приду, я раскачаюсь там, спокойно сяду, да, то есть как бы ты Что не работаешь. надо в автобусе, да, с такими синяками Да, я не ходить. скажу, что фриланс это не лафа, это не балдеж, это как бы работа. Но ты как-то сам выбираешь. Ты все равно я знаю, что если вдруг мне надо будет, я и в обед могу идти. Если мне надо будет, я могу и один день вообще не поработать. Я знаю, что я другие дни поработаю. То есть где-то на работе это огромная проблема. Куда-то отпроситься, уйти. То есть вот такие вещи. То есть тот же там в зал куда-то сходить, да? Ну, ты после работы, тебе надо в садик готовить, кушать, кружки. Тебе некогда этим всем заниматься. Я не А нарадуюсь. так ты сама составляешь свое Да. расписание, и что хочешь, и когда хочешь, тогда и делаешь. Да, ты можешь там и в 9 поработать, если там сильные То дела есть в будут. офис ты уже уж точно не вернешься. Ой, это да, это... Вот кто попробует уже фриланс, это ужасно тяжело будет вернуться, это я не Да, знаю. тут главное начать, да, главное пройти вот этот переломный момент, когда ты только начинаешь изучать, и ты начинаешь искать клиентов. И вот главное пройти этот момент, как только ты находишь первого клиента, дальше уже все идет просто как по маслу. То есть главное убрать этот первый страх, первое общение с клиентом, и дальше все будет, прям будет все, все летает, дальше все будет очень просто. Ну, видишь, у меня очень долго шло к этому. Прям постепенно, постепенно, постепенно. То есть резко, да, не знаю. Очень трудно решиться, да. Тем более, Ну, ты когда как нет я, ты ни сидела в офисе, наставника. параллельно брала заказы на фрилансе, да, то есть у тебя поэтому это все так и растягивалось. Как бы, да, если ни наставника нет, ни единомышленников нету, как бы, ни близкие, в принципе, ну, они не против, но они не знают, о чем ты говоришь. И ты реально боишься. И, как бы, и реально ты боишься, что тебе не на что будет жить. Ну, то есть вот такие А ты моменты. Поэтому... сталкивалась с тем, что тебе родственники, там, мамы, папы, муж говорят, что Маргарит, ты что, фигней какой-то занимаешься в интернете? Иди там, работай в офисе менеджера. Нормальная, стабильная зарплата. Договорились или такое? Нет, нет, у меня как бы так долго я к этому шла, что они знали, что, ой, реально же есть клиент, то есть когда же я работала и в институте, у меня же реально был, они видели, что, а что, а они, ну да, первое время они спрашивали, тебе заплатили? Я говорю, ну, конечно. А потом в следующий месяц опять заплатили, это вот в начале, я говорю, да.
Вот так А вот что за первый это день был. Потом, платье? да, потом то, что они тоже очень медленно, постепенно привыкли, и тоже они поняли, что это не обман, что есть такое, и они, нет, иди, то есть они прям были рады. Они не Ну, то есть ты такие. никогда не пожалела ни разу, что ты выбрала именно контекст, и тебе никогда не хотелось уйти в какую-то другую сферу. Нет, контекст это как раз самое, да, это самое понятное, с чего можно начать. То есть я понимаю, что надо потом все-таки еще что-то добавлять, еще какую-то компетенцию добавлять. Ну, то есть если ты хочешь там расширяться или там ты хочешь больше зарабатывать. Ну да, контекст это самое понятное, если ты не творческий, как я. Не, ты не любишь петь, танцевать, много-много разговаривать, как бы. Или То есть там... контекст — это такая работа для интровертов. Сидишь там, что-то Ой, делаешь ради кучка. да. Я, то есть, да, я сижу, делаю, мне нормально. Все. Ну как, тебе скучно? Я говорю, нет. Блин, нет. Мне наоборот, меня никто не бесит. Меня Вот, не бесят кстати, да, эти вот это люди. надо сделать ремарку такую, что вообще фриланс и контекстная реклама, они очень круто подходят именно таким интровертам, которые Да. любят сидеть что-то там сами с собой, не любят общаться с клиентами особо. То есть ты взял клиента, пообщался с ним там один Да. раз, да, а Да, потом да. все общение онлайн, тебя никто не трогает, ты никого не трогаешь, все классно, иди спокойно себе настраиваешь. Да. Это не как там в системе работаешь, у тебя постоянно на мероприятия, на какие-то... Что там, в группу 23 февраля мы все теперь будем петь, мы все будем выступать там, да? На Новый Ну, год это мы должны ценность, идти... наверное, да? Да, на Новый год мы должны идти на корпоратив. Ну... Не, ну надо сказать, что многие люди на самом деле любят корпоративы, да, и Да, да. многие все-таки любят еще какое-то общение, потому что на фрилансе еще можно стать таким, знаешь, отшельником, врасти попой в стул и Да, да, никуда ни да. с кем не общаться. И, кстати, я знаю, как вообще этого избегать, потому что я сама на эти грабли наступала. И я, например, сейчас всем своим ученикам говорю, друзья мои, если вам не хватает общения, ходите на конференции, потому что огромное количество конференций есть по там диджитал-маркетингу, по контекстной рекламе, там по таргету. То есть, если вам не хватает этого общения на фрилансе, вы все это прекрасно можете добирать, просто ходя на какие-то конференции. Там вы можете пообщаться с кучей интересных людей, с коллегами, познакомиться, вы обрастаете кучей связи. Например, вот я когда была на последних конференциях, я познакомилась с руководителем отдела по работе с партнерами в Еламе, да, это крупное рекламное агентство. И Ну, после этого я пишу им статьи, то есть они меня еще перезнакомили с большим количеством тоже там интересных, классных людей. Я там пишу материалы для PPC World, это все тоже благодаря тому, что я познакомилась на конференциях с нужными мне людьми. То есть, если вы любите общаться на фрилансе, то тоже вы это можете делать, потому что, знаешь, многие могут даже подумать, что, лучше. блин, Это что? даже лучше. Это Ну, еще конечно, то круче. есть ты сам себе выбираешь, когда ты хочешь с кем-то общаться, ты идешь общаешься, когда ты хочешь сидеть спокойно, чтобы тебя не трогали, ты сидишь спокойно, тебя не трогают. Поэтому огромный плюс. Да. Да, это очень круто. Скажи, пожалуйста, вот теперь мы уже будем с тобой закругляться, мы и так уже довольно долго, по-моему, пообщались, практически час. Вот какой бы ты дала совет тем, кто боится сделать первый шаг, кто боится начинать фриланс, кто вот боится, то есть он читает, сомневается, переживает. Вот какой твой совет вот этим боящимся и переживающим людям? Да, я говорю, я по себе формулу вывела. Найти надо наставника, либо какой-то там, сейчас многие, и как индивидуальное обучение, индивидуальное ведение, курс. И не увольняясь с работы, надо найти пусть самого маленького клиента, самого непритязательного, самого простого, для начала, чтобы не испугаться сразу, с первого раза. Да. То есть, когда вы получите первые деньги, на которые вы хотя бы... Вы уже увидите, что это реально, что тебе реально платят. Тогда можно спокойно уходить и искать. То есть все это время, которое вы сидите, не сидите, вы работаете в офисе, вы можете посвятить поиску и уже работе. То есть не обязательно же набирать там 5 клиентов, 6. Возьмите Да, то 2. есть можно начать с Да. одного-двух клиентов, убрать этот первый страх перед Да. фрилансом и дальше уходить. Да, тем более у кого-то действительно там, у кого-то дети, у кого-то нет возможности. А вот Возьмите смотри, один там. слушай, многие же боятся вложить деньги, да, потому что сейчас какие-нибудь тренинги, они же все стоят денег, да, можно, конечно, все это делать бесплатно, обучаться, но тогда, если ты учишься бесплатно, ты учишься этому год или два. Да, А долго. если ты хочешь быстро, да, максимально быстро выйти в онлайн,
то лучше брать какие-то тренинги, да? Да. И очень многие боятся вложить эти деньги, потому что они боятся, что, ну, мне не понравится, у меня не пойдет, у меня не получится. Вот как ты считаешь, насколько такие страхи обоснованы? Вот так вот все время сидеть бояться, да, ничего не делать? Или все-таки лучше вот заплатить один раз, попробовать и понять, а вот получится или не получится? Да, но я их понимаю, да, я сама так же сидела и жопила деньги, да, грубо говоря. Но я просто сидела, я там бесплатно прошла, я тут бесплатно прошла, я не чувствовала никакой уверенности, но когда я уже стала саму себя раздражать, что я только мечтаю, я мечтаю, мечтаю, ну сколько можно уже? Просто тут никакой совет не дашь, просто хватит жопить. На себя. Хватит жопить уже, это хватит деньги, только сидеть и мечтать, пора совершать активные действия. Да, все эти деньги уже 100 раз окупились. Уже 100 раз окупились. Вот это да, вот это самое важное, что все эти деньги это ресурс восполняемый, все деньги можно заработать, а время это ресурс невосполняемый. Секундочка времени прошла в офисе, все как бы, да, и больше ты это времени на что никогда не купишь. А деньги ты всегда можешь заработать, и об этом всегда важно помнить. Причем ты 100 раз, там у меня 100 раз такое было, что я прихожу с магазина, что понимаю, что я потратила деньги, которые... Сколько стоил курс? Я думаю, мы их просто съедим. Ну там. Да, да. Мы их просто да, к сожалению, съедим. Вот это часто встречается. На телефончике, там, на сумочке, на сапоги деньги есть, а на да. то, чтобы инвестировать Да, в себя и потом заработать в 10 раз больше, почему-то денег нет, да, к сожалению. Человеческий мозг, он так устроен, да, он считает, что вот надо что-то сразу получить, да, тогда, типа, мы ощущаем выгоду от этого. Да. А когда надо вложить и заработать спустя месяц, например, невозможно, не-не-не, я пойду лучше айфончик там куплю себе в кредит, да, потом этот кредит буду отдавать еще годик. Да, да. Причем, я говорю, ты тут ничего не посоветуешь, либо человек решается, либо нет. Да. Да. Да, да, то есть они это за точно. Айфон, за телевизоры, за всякие вещи, то есть берут в кредит, рассрочку, там не такие суммы, не 20 тысяч, не 25 тысяч, люди берут по 100, ну как бы, за 100 тысяч можно купить крутое обучение, после которого уже через там 3 недели ты сможешь зарабатывать. Но ну, нет, за 100 тысяч я даже не знаю, что можно продавать за 100 тысяч, да, у меня там тренинг стоит в районе 20 тысяч, и ты уже там через 3 недели можешь, пожалуйста, там, окупишь там 20 раз этот курс, да. То есть за 100 говорю, тысяч, за 100 это тысяч уже можно идти, когда ты хочешь прям, ну, когда у тебя уже опыт, например, год, и ты хочешь там дальше вообще в космос лететь, ты уже можешь покупать такие дорогие тренинги, а начинать стоит с каких-то простых, да, стандартных, ну, наработок, чтобы уже максимально быстро эти деньги заработать. Да, да, да. Вот, кстати, про бесплатные всякие материалы. Вот ты у меня как бы была на фриланс-реалити, да, ты у меня помощница на вебинарах, ты слышала весь тот материал, который я даю. А вот если бы ты весь этот материал слышала, когда ты сидела в офисе, насколько он был бы тебе полезен для выхода на фриланс? Ой, ну, я бы просто опять очередной раз мотивировалась, но тут уже я понимала, что реально люди же так живут, они же не обманывают. То есть ты же не рассказываешь про баснословные, там, ну, про миллионы, блин, которые просто нереальные, ждут вас через там, месяц, да? То есть да, это через, все да, реально. Через неделю вы заработаете первые 100 тысяч. Да, да, да. То есть просто ты опять вдохновляешься, опять же, либо человек решает, либо нет дальше. То есть вот та информация, которую я даю на фриланс-реалити, да, где я по шагам рассказываю, там, первый, второй, третий, четвертый, пятый шаг, чтобы начать зарабатывать деньги и выйти в итоге на 100 тысяч хотя бы, да, и там дальше ты можешь дальше зарабатывать больше, больше и больше. Этой информации достаточно для того, чтобы начать совершать уже первые действия, да, то есть там вся информация для того, чтобы начать успешный фриланс, она есть. Ну да, да, просто надо посмотреть. Взять эту информацию и начать по этим шагам идти. Да, просто элементарно, даже если ты сам пока не знаешь, что хочешь, просто элементарно берешь, делаешь домашку. Один урок, второй, третий, четвертый, пятый. К пятому, к четвертому у тебя, может, осенит, как бы реально. И ты поймешь, что фриланс-то не так страшно, да, как это кажется. Да. И что хватит мечтать, а надо совершать активные действия. Вот это вот я всем хочу, да, все, кто посмотрит прямой эфир,
чтобы вы, друзья мои, поняли, что фриланс, успешный фриланс с доходами выше 100 тысяч, это не что-то там неземное, непонятное и волшебное, и там где-то далеко в космосе, что это все рядом, это все близко, просто важно делать те действия, которые приводят к этому результату. Я сама первые 3 года фриланса, я также работала, 1500 у меня стоил проект, я брала 1500 рублей за ведение проекта в месяц, да, я сама 3 года работала на эти деньги, я не повышала стоимость своих услуг, я работала за гребаных 1500 рублей. Я когда, у нас уже конец прямого эфира, через 20 секунд. Друзья мои, поэтому я, Маргарита, большое тебе спасибо за то, что ты принимала участие в этом прямом эфире. Ты дала очень классную, ценную информацию, и я хочу, чтобы все поняли, что фриланс — это просто, и высокие доходы на фрилансе — это очень просто, главное знать, какие действия совершать. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, пока. Все, друзья, всем пока, всем спасибо.